Творчество Зунузина – это постоянный поиск. Художник не раз удивлял зрителей и коллег своей индивидуальностью и мировосприятием. В творчестве живописца нашли отражение такие понятия современного художественного процесса, как толерантность и диалог. Для художника это диалог живописных и компьютерных произведений. Парафразы на темы Пикассо – идея спонтанная. Пикассо – он довольно сумрачный художник, такой, ну, не очень цветной. А жил-то где? И вообще испанец. Вот, видимо, вот это вот раздражало всегда, вот смотришь на его работы, ну, черт возьми, там солнце, всегда они в ресторанах, там, вино пьют, песок, женщины, ну, вся молодость, все творчество прошло. А писал, заходит в мастерскую, и черт, что пишет, вот. Наверное, вот это как подспудно, вот это раздражение росло, и оно вот вылилось, вот, ну, другие-то его друзья писали, цветно все. Я попробовал вот это, видимо, объединить, просто неосознанно, как-то потихонечку. Первые две работы художник написал в 2014-м, остальные в 2015-м. Всего серии парафраз более 100 работ. На выставке же представлено 15, чтобы зритель мог внимательно изучить и понять настроение автора. Да, действительно, здесь вещи, которые мы знаем как хрестоматийные произведения. И кубистическое, абстрактных, так сказать, периодов художника, более поздних, более ранних, но... Каждый из них художник находит вот свое видение, свое зерно. Представьте, что вы взяли калейдоскоп и посмотрели сквозь него на работы Пабло Пикассо. Вот так описывает результат своих трудов сам художник. Ведь в основе цвет. Яркий, но при этом гармоничный. А коллеги добавляют, Зунузину вновь удалось взбудоражить сознание. Выставка любопытная, интересная, заставляет подумать, пошевелиться там с этими шариками. Я думаю, что вот эта вот попытка удалась у Володи. Я тебя поздравляю. Вот видишь уже и реакции зрителей. Зрителей, может быть, не совсем и подготовленного. Потому что здесь некоторые придешь, немножечко ошарашивает. Кстати, сам Пикассо тоже рисовал парафразы. Например, на кранах и Веласкеса, Мане. А потому на выставке можно даже увидеть, что называется «Парафразы-парафраз». Видение одной темы абсолютно разными художниками в разных техниках. Экспозиция будет работать до 14 декабря в Музее изобразительного искусства 20-21 веков. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.